Продолжаем. Будем здороваться. Так. Данила, ура, получилось. Привет, Елена Собакана. Работа у меня ненормированная, могут вызвать в любой момент. Не судите строго, если отключусь раньше завершения. Ну чего судить-то, есть же эта запись, вы потом в любое время-то и посмотрите, еще и удобнее будет. Представляете, сидите на работе и смотрите втихушку. Так, Елена, здравствуйте, Наталья, Москва, всем здравствуйте, поздравляю с наступающим праздником, защитник Отечества. Спасибо, я надеюсь, что я защитник Отечества. Вот, по крайней мере, если бы мне еще сказали, надо... Я бы сразу бы это самое пошел бы в военкомат, даже не задумываясь. Знаете, впереди старость мрачная. Вот, не дай бог, мечтаю умереть от остановки сердца. Не хочу гнить. И вдруг такая радость, я нужен стране. Вот, автомат Калашникова. Когда-то учили стрелять. Двустволки стреляю очень хорошо. Вот, с картечью я вообще опасен больше, чем с автоматом в городских боях. Вот, как бы это... То есть я защитник и никогда Родину не посрамлю. Сейчас приходится защищать ее от невежд. Это тоже защита. Виктор Казаков, всем здравствуйте. Добрый вечер, Курган, Валентин Шелепов. Здравствуйте. Бухтияр, ну, Казахстан всегда на месте. Елена Гусева. Как я за вас переживал, за Казахстан. Боже мой! Если бы это самое, началось бы это. Если бы другая сторона бы победила. Ой, кровью бы умылись. Вот. Когда началось в Казахстане СНГ, у нас... А мы, думаете, далеко от вас? У нас цены на дешевые развалюшки в деревнях 7 раз подскочили, я это помню. Даже не дешевые были, не развалюшки такие, 5-стенки были. Старые, но надежные. Известные. Как пошел Казахстан народ к нам, перебираться. Везде мы лишние. Елена Гусева, Емельянова, всем хорошего вечера. Валентина Курган. Добрый вечер, Курган. Юрий Железов, Кострома. Здравствуйте, всех с наступающим праздником. Спасибо, брат. Евгений, добрый день. Косточки есть, наличие абрикоса, Валерий. Так, это вопрос. Косточки есть, наличие абрикоса, Валерий. Только остались простенькие. Значит, они бы считаться должны дичками. Это сыновья мажорского абрикоса. Должны бы считаться дичками. Потому что они потомки патриарха, правда, то есть второе поколение. С патриарха первое. Ну, помните, у Ваулина получились вполне культурные абрикосы до 35 грамм. И урожай до 40. Сделали молодые сад, это мои сеянцы у него, то есть мои саженцы у него так показали себя на Урале. У ученого Ваулина. И, наконец, они оказались все вкусные. Это его слова, вряд ли стал бы брать. Вот, и 40 килограмм урожая. И выдержали, у него два источника у меня. До минус 8 один источник. Это, казалось бы. Вот. А, да что такое минус 8? Я говорю, так что минус 8? Это цветение. Во время цветения минус 8 выдержали, дали урожай. А в другом источнике минус 7. Мне обе цифры устраивают. Вот, так вот, такие абрикосики у меня есть. Есть еще сыновья, не сыновья уже, а сеянцы Амура. Амур культурный сорт, не крупный, вкусный. Вот у них своя особенность. Это как раз линия для соки, компота, варенья. Я его еще называю Амур. Знаете как? Я называю его мечта хозяйки. Косточку разламываешь, а даже разламывать не надо. Постучал вот так, а там стучит косточка. Ой, как женщинам это надо? Попробуйте вы сварить что-то. Знаете,
Я был на Украине, ну, не так много этих можно поговорить. Как я добрался до Шалаха? Значит, я был на Украине, сын мне говорит, приемный сын говорит, это самое, те с тещей хотят с вами познакомиться. Вот. Я говорю, ну хорошо, я беру бутылку водки, и мы, это с Сашей, моим приемным сыном, идем к его тестю с тещей. Тестью с тещей. И вот мы сидим за столом, и они приносят банку компота. Я смотрю, вот, как бы сказать-то, ну, короче, показать пальцы даже неудобно. Я смотрю, а банки у 3-литрового горлышка, сами знаете, не маленькая, а там очень-очень крупные персики. Я давай тыкать, они твердые, как камень, вот именно что как камень. Вот твердые, а протыкаю с трудом, а вытащить не могу. Не пролазит уже оттуда. Распухли. Я говорю, а персики-то ваши? Где? Как это? Да это абрикос. Как абрикос? Я железо абрикоса не узнал. Вот. А как вы их туда пихали? Они же не пролазят. Горло. Представляете, горло у банки 3-литровой. Представили? А они говорят, не все влезли. Не все влазят. Ёлки-палки. Секатор, где дерево? Да вот уходы. Нарезал. А потом длинная история. У меня погибли, у меня пожар, у меня мотоциклисты сад сожгли. А Боднар, вы представляете, Боднар приезжает ко мне, привозит ко мне саженец. Извините, разговорился. Ну, здесь, в принципе, тут немного писем. Саженец привозит. Трехметровый. Как он влез и привез, у него никогда не было своего транспорта. Привез в автобусе с пересадкой трехметровый саженец. Только корни тряпкой завернул. А чем отблагодарить? Я говорю, Борис Ильич, я с Украины привез, но мне еще не плодоносило. Йо! И подарил ему черенок. А потом я потерял это. А прошли годы. Годы, 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 я хожу по саду, и вот, ну, дальше вы знаете. Теперь я у него черенок. И теперь разбираю, плодов еще не было. У меня всего одна путняя прививка, вот, мне это, Сафронова, прошу прощения, попросил как-то черенок. А я сейчас что сделал? Значит, на размножение черенки срезал, два, а два оставил. Двухлетка, всего 2 года. Вот. Эти два оставил, чтобы дождаться плодоношения и убедиться, потому что когда я сказал замиранием сердца, Борис Ильич, а плоды-то были у моего отца? Он говорит, да, какие? И он мне показал вот это. Я ошалел. Сбылось. Сбылось. То есть пусть у меня не получились такие, у него-то получились. Сбылось, что я не зря на Украину ездил, не зря с бутылкой ходил. Вот. А на фотографии они уже были вот такие. А я говорю, а почему мелкие? А потому что еще раз к нему приехал осенью последнего года. А он говорит, урожай был сильно огромный, поэтому они измельчали. Вот это все про него я говорю. А почему я говорю? Чтобы вы могли понять, что такое настоящее садоводство. Вот оно, настоящее садоводство. Чехов живых нет. А я преклоняюсь перед Борисовичем. Понимаете, как это не случайно. Кто-то на небе ниточку дернул, и вот я спросил у него, а у тебя есть абрикосы? Нет, какие у тебя сорта? Он говорит, раз, два сорта, третий. А это твой, говорит, тебе привезем. Да. Вот они чудеса-то. И сейчас я жду, когда у меня, я еще размножу, я еще должен на это самое. Самое, Антон Валерьевич, я не смог сразу черенки, но дай мне довести до ума. В этом году жду первое плодоношение, цветочек, почек полно. Прекрасный этот скелетный прививка мощная. Ждем. Вот. И так это интересно, ждать чуда какого-то. Представляете, когда помереть? Вы что, не дождетесь? Так. Я хочу, чтобы все такие были, как я. Не совсем, но так, не совсем нормально, то есть. Так, значит, Евгений, вы спросили косточки, наличие абрикосов. Я вам сказал,
косточки маньчжурцев, второе поколение, косточки это самое, сеянцы Амура, третье поколение. Так, и еще есть немножечко косточек Амура, нет, Амура Артема. Ну, как бы сказать-то. А хрен его знает, что из них вырастет. А то вы видели там на фотографиях в каталоге. О, какие красивые, довольно крупные, это 30 грамм. А что вырастет с семян, я не знаю. Иногда страшно становится. Вдруг обвините его, скажете, обманули. Но у Ваулина-то получились культурные, из моих-то полудиких. Так, всем привет из Москвы. Абрикосы в холодильнике. Так, гражданин Городничин, друг мой старый, надежный. Скажите, пожалуйста, вы уже сертифицировали или нет? У меня сейчас самое это, все-таки это учебный разговор. Смотрите, сейчас у меня был это, Тюменская область. Племянница спрашивает, какие положить? Я говорю, сухие. 1,5-2 месяца, а там у него еще начнут проклевываться, там снег лежит. А еще было из Смоленска. Я говорю, все, уже песке высылай. Было из Москвы. Вот тут меня спросила москвичка, а я не помню. То ли я ей сказал, уже сам растерялся, уже не знаю. Заказала бы 20, я бы выслал 10 сухих и 10 мокрых. Она заказывает 10. Вот. Может быть, сухие надо бы. А еще бывает поздняя осень, ранняя осень. А еще кто-то тепло положил, раньше они проклюнулись. А кто-то 0 градусов сделал, приходит пора садить, а ни одна не проклюнулась. Видите как? Идем дальше.